Накануне Дня независимости в Светлогорске после реконструкции открыли путепровод. Это событие здесь ожидали почти 3 года. Первые проблемы на путепроводе выявили еще в 2014 году. В 2020 его полностью закрыли для движения транспорта. В результате для жителей части территории города и нескольких производственных предприятий, в том числе хлебозавода, дорога в основную часть Светлогорска удлинилась на несколько километров. Пробки стали обычным делом. Непосредственно ремонтные работы велись 9 месяцев. Во время реконструкции строители не только заменили аварийные конструкции, но и провели комплексное благоустройство путепровода. В Гомельской области готовится к продаже около 600 зданий коммунальной собственности. В целом, в этом году наш регион вошел в число лидеров по использованию неэксплуатируемого государственного имущества. Местный опыт по работе с коммунальными объектами изучали на республиканском семинаре, который прошел в Гомеле и Жлобине. В Государственном комитете по имуществу уверены, бывшие предприятия, особенно если они расположены в городах, можно использовать более эффективно. Большим плюсом является наличие инфраструктуры. От инженерных коммуникаций до электрических сетей. Как пример, сразу несколько корпусов гомельского завода «Литья и Нормалей». Уже в этом году здесь может начаться реализация проекта по открытию многофункционального центра. Помощник президента, инспектор по Гомельской области Сергей Барташ встретился с участниками школы молодого руководителя. Сейчас в ней занимаются 35 перспективных специалистов агропромышленного комплекса. Разговор о самом актуальном. Как сохранить стадо и не допустить падежа скота – это особо актуальная проблема для АПК. И еще несколько советов. Чего начинать свою работу молодому директору? Как организовать эффективную деятельность всех служб? И, пожалуй, самое главное – как научиться принимать решения в любой, в том числе нестандартной ситуации. С 1 июля в Гомеле начал действовать единый билет на общественный транспорт. Его можно использовать для проезда в троллейбусах и автобусах. Инициатива создания единого билета принадлежит председателю Гомельского облсполкома Ивану Крупко. Предложение было озвучено на совещании по улучшению работы общественного транспорта. Единый билет – это еще один шаг к улучшению сервиса для жителей и гостей областного центра. Купленные ранее отдельные купоны продолжат действовать. Сегодня во всех храмах страны молились за Беларусь. В год мира и созидания с инициативой проведения всеобщей молитвы выступил Белорусский фонд мира. Его поддержали руководители основных религиозных конфессий в нашей стране, а также уполномочены по делам религий и национальностей. Для нас мир всегда был главной целью и великой ценностью. Все белорусы желают, чтобы мир навеки воцарился в душе каждого человека, в каждой семье, в каждой стране, подчеркнули в Белорусском фонде мира.